Капустникова Наталья Александровна, заведующая отделом Мариупольского краеведческого музея. Я являюсь автором проекта. Партнерами нашего проекта являются ТРК «Сигма» и ТВ-7. А также есть соавторы. Оксана Павлюк, это наш глава сектора рекламы, и Людмила Семеновна Ягушенко, она заведующая, главный хранитель фонда Мариупольского краеведческого музея. Вот втроем мы воплотили нашу идею в жизнь. Суть проекта заключается в том, что в Мариупольском краеведческом музее находится более 60 тысяч экспонатов, и далеко не все из них мы имеем возможность демонстрировать. Но многие из них имеют очень интересную историю, порой даже мистическую. Поэтому в день рождения музея, нам сегодня 96 лет, мы решили приоткрыть страничку и показать некоторые наши экспонаты, которые, в принципе, связаны одной темой, это животные руками человека, но некоторые не связаны даже с местным материалом, но они, безусловно, очень интересны, такие как боевой наголовник лошади, западноевропейский, а точнее Германия, 16 век, интересная история его попадания в музей, обнаружили его за кинотеатром Шевченко во время земляных работ. Каким образом западноевропейский доспех коня попал в Северное Приазовье, для нас остается загадкой. Поэтому, но тем не менее, он является великолепным экспонатом, является нашей находкой и, в общем-то, украшает наш музей. Самым старым экспонатом нашей выставки является тотемическое изображение быка. Обнаружено оно было в Мариупольском неолитическом могильнике. Возраст этого быка 7000 лет. Обнаружено оно при строительстве завода «Азовсталь». Также уникальная находка. Уникальное попадание монеты дельфинчика в наш музей. Сама по себе монета интересной формы, нетрадиционной для нашего привычного взгляда. Возраст этой монеты 2500 лет. Попала, в принципе, случайно, как принесли неравнодушные к истории нашего родного края жители города. В общем-то, монета сама по себе уникальна, является сейчас нашей коллекции, пополнила нашу нумизматическую коллекцию. Великолепная пряжка в виде головы лося, это скифский период, выполнена в скифском зверином стиле, является пряжкой на горите, на двойном колчане для лука и стрел времен скифов. Это также 2500 лет назад.